Идея создать агротуры на курорте возникла год назад. Во время отдыха в сельской местности туристы живут в деревенских домах, знакомятся с местной культурой и обычаями, участвуют в сельхозработах, ухаживают за животными. Многие отдыхающие в Анапу приезжают не в первый раз. Нужны новые туристические объекты. Городские власти приняли решение создать уникальные агротуры из трех объектов показа – растениеводческий, животноводческий и винодельческий. Один из трех агротуров будет станица Гастагаевской. Заместитель главы Александр Колесников лично проверил, как проходит подготовка. Первый маршрут – рыболовецкой деревни. Здесь расскажут о бытии и традициях кубанского казака. Гостям предложат выловить в пруду рыбу, где из нее тут же на месте можно будет сварить уху. На втором объекте туристы смогут посмотреть, как выращивают кубанские фрукты и овощи, и понаблюдать за животными. Совмещенно мы покажем теплицы, овощи открытого грунта, будут рассказывать, как произрастают в условиях нашего климата те или иные фрукты и овощи. И также могут люди посмотреть на животных сельскохозяйственных, покормить, может быть, поучаствовать в каких-то интерактивах, подоить козу. Учитывая, что ежегодно туристические компании более миллионов билетов продают на посещение различных туров, я уверен, что это будет актуально для нашего региона. Третьим объектом показа станут виноградники. Туристам покажут мастер-классы по изготовлению вина. Желающие продегустируют полученный напиток из ягод, которые здесь же и растут. Агротуры создают, чтобы отдыхающие на курорте еще больше заинтересовались достопримечательностями Кубани, ее историей, культурой и обычаями. Открытие сельских туристических маршрутов в тестовом режиме планируется в начале курортного сезона 2015 года.